Здравствуйте, это Вектор ТВ. Сегодня мы будем строить скрытный дом. И, как видите, у нас есть новый персонаж на нашем канале. Это скелет первый. Здравствуйте. Ну, твоя фраза, если ты не знал, фраза скелет. Скелет первый. А Вика у нас... Не скелет вообще. Она вообще не скелет. Нет. Она мой ник украла. И все. Ну, она мой ник украла. Вика у нас будет теперь скелетом вторым. Нет, она... Пусть придумает себе ник для Ютуба. Пусть вообще будет другим персонажем, то есть... Да. И, кстати, я хочу сказать... Кто делал самые лучшие комментарии, которые очень хорошие, их еще было много, кое-каких комментариев. Я скажу это прямо сейчас. И лучшие комментарии оставлял пользователь Елизавета Мяу. Ну, я знаю ее и фамилию Акельтьева и Елизавета. И он ее любит. Но она моя одноклассница, потому что как же мне не знать. Если она это заметила в этом видео, то она тебя убьет. Ладно, пошли в скрипт. Не, она меня не убьет. Все. Так. А я пока запустую это и делаю. Он уже сделал. Кит. Вот видите, ну я хотел сделать, но видео не удавалось. И... что? Я этого не говорил написать. Ладно. Вот такой дом. Это можно в нём прятаться от Вики. Она сюда идёт. Я по-быстрому спускаю своё место для пипи и встаю сюда. Вот так. А чё у меня... Даже нет темного дуба не растет. Мне нужно даже нет темного дуба. Поджигай свой дом дальше. И как видите, вы у нас кое-что появилось. В Елизавете лишь такое, кто пожадничал местом. Как будто он у нас главный блогер. Ага. У меня, кстати, башка поплавала. Я на уши. Чем-то она напоминает голову Иванка. По моему смотрели. Мне нужен большой сайт. Ты что ли хочешь вот это? Смотри, какой огромный. Уже понятно, какой ты захотел. Я хотел домик на дереве, который мы выживаем. Помнишь? Может, там видео еще сделаем, где мы выживаем? О, давайте. И скоро мы со нашим скелетом выложим видео, которое называется «Выживание на домике на дереве». «Выживание в джунглях». Да. Там мы построили просто офигенный домик. Это я построил. Ну, Вася у нас там построил офигенный просто домище на тропическом дереве. Еще мы шли в пещеру, и он несколько раз падал в лаву.
Два раза только. Да, а то у меня столько железа, помню, было. Ну вот тут, в этом видео, вы чуть-чуть посмотрите, как он строит дом. Я тоже такое дерево попробую садить. Так, тут еще кирпичка. А ты будешь это делать, как там ты хотел, скрытное дерево? Он же уже сделан. И тогда как ты назовешь видео? Скрытный домик. Так, нет, такой... называй его просто домики. Домики, где там вы прячетесь. Все, на нашей горе сейчас будут расти тропические саженцы. О, мне наша хата. Красивая была. Красивая наша хата. Вот клёво у меня. Скоро я это место превращу в тропическое. Знаешь, как большое дерево сделать? Да, надо 4 поставить. Да. А попробуй прям 6. Ну, вот тут. Вот так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Так, попробуй. Ничего не получается. О, попробуй вот так вот. Оба. И еще 4. Так. Ничего не получается. Так, давай сядкое дерево. Фух. Я ничего не писала, Витя. Ну, потому что там привела судачка. А я знаю, что туда подставить. Какую букву? О, конечно. А зачем я это правда сказала? Дизлайки ему ставьте. Ставьте дизлайки. Стоит дыра. Ой, гора. Дыра. Стоит дыра. Блин, гора. О, стоит дыра, в нем гора, а прохода нет. Стоит гора, вот в ней дыра, а прохода нет. Стоит. Витя? Нет, я это не буду говорить. Да ходьба. Я уже забыл, как тебе хату делал. Диван. Эта хата сначала, когда он ее сначала сделал, она была не такая хорошая. Она была маленькая. Да, совсем маленькая. Ну, когда вы увидите это видео, то тогда это будет не дом даже, а замок. Она типа замок. Ну, вообще не замок. Не типа замок. Ой, блин, что-то я тихо говорю. И тем более я сегодня там свою комнатку построила. Которую я сломаю. Эй! Ого-го!
Ой, блин, я думал, что ты мою это подбитая. Сколько мне тут жить? Мне что-то летом же дом делать. Творческом так неинтересно. Зато скоро на выживание подгоню тебя. Где ты там будешь? А, кстати, у меня там 5 алмазов, кстати, уже. Да, которые ты в аду добыл. Да. Которые в сундучке были. Да, кстати, обсидиан он добыл в пещере. Алмазной киркой. И, а... в то... и там и он и умер. Второй раз. Мы уже да. 3 дня в этой карте играем. Выживание. Надо было сначала. 3 дня. О. 3. Я только 2 помню. Ладно, ладно, ладно. Все, я буду тут наблюдать. Над кем? Не знаю, над тобой. Ой. Мне что-то лень. Банкрутмастер! Не лень. Давай прятки сыграем. Где? Тут. Не хочется. А мне лень делать, я тоже не хочу. Ты уже его решил. А где ты жить-то будешь? У вас с вами буду жить. На скрытном доме буду жить, во. Сам себе там... Я знал, что ты туда запоешь. Я и хотел, чтобы ты там жил. Я там себе комнатку сделаю. Ты мышка будешь? Да, я мышка. Хитрая чтобы... мышка. Надо было тебя не скелет, а мышкой прозвать. Так, я хочу свою норку залезть. Так, моя норка, закрой за мной. Я. Что ты сказал? Фу, ведь я пернул. Почему я? Это ты только что пернул. Фу, бля. Сам пукаешь, а еще на меня гонишь. Это ты пукнула. Мышка, мышка, вылезай. Я тебе мышеловку поставлю. Лиза, напиши, кто пернул, Витя или я. Конечно, напишут, что ты. Мышка, мышка, я это тебе Витя. Мышеловку подставлю. Выходи. Это... Витя. Ой, Витя. Это Витя. Это Витя сделал. Путаю. Где? Где? Путаю. Да блин. Ты что, еще эту жвачку жуешь? Ага. Что надо? Витя, хочешь помочь мне сделать нору мышонка? Не знаю. Должен мне помочь. Ладно, помогу. Так, а где ты нашел? И зачем ты, кстати, дерево сжег? Оно мне не нужно. Так оно бы для красоты было. Ой, я случайно слишком здесь выкопал. И куда ты выкопал? Ну, одно дерево осталось. Угу. Ну, смотри, так вот я выкопал случайно. Так, это где? Сколько минут уже длится? 14. Может, с продолжением?
То есть эта серия будет называться не скрытный вообще дом, а дом мышки. А дом, дом мышки, мой дом. Ну, короче, заканчивать. Если хочешь, заканчивай. До свидания, ребята. Мы снимем обязательно продолжение, обязательно снимем выживание в той карте. Если Лиза напишет то, что это Витя пёрнул. Я не пёрнул, я никогда не пукал, я даже не знаю, что такое пукать. Как я не знаю? Ладно, все ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте дизлайки. Ну и пишите комментарии на нас. Что? Витя? До свидания. До свидания, друзья. До свидания. С вами был Вектор ТВ и Скелет Первый. Может, ты будешь меня по имени называть? Нет. По имени сказала. Ладно. Пока.